Тебе дошла посылка. Буду честно говорить, что некий прокурор, который ему представили с предъявлением удостоверения, пытался помешать обсуждению задержания Рукова, в ходе чего нанес сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, удар в область груди. То есть совершил применение насилия неопасно для жизни и для здоровья отношений государственной власти с исполнением своих должностных обязанностей. Об умысле тихомирного решения государственной связи сам характер его действий, при котором он, осознавая, что перед ним находится клиент полиции, в том числе и без форменного обмундирования, которые представились, а также сотрудники ДПС, осознавая, что причины для остановки транспорта средств имелись, поскольку в действиях его пассажиров имелись признаки совершенного правонарушения, будучи недовольным действиями сотрудников полиции, исполняющих свои прямые обязанности, в том числе и потерпевшего, связанных с задержанием пассажира Дубковой, неоднократно требовал сотрудников полиции прекратить сопротивление, не реагировал на несотрудников полиции, не ставил удар в область грудной клетки. Комент вино произвел, принес извинения потерпевшему. Все состояния положительно характеризуются как служительство, имеет нежелание родителей, а также учиться на здоровье подсудимого родственника, чтобы учитываться в качестве получающих наказание в силу части 2 статьи 61 КР. На основании сбора по статьям 304, 307, 308, 309 УПК суд приговорил признать Тихомирова Даниила Владимировича виновным в совершении преступления суммарного части 1 статьи 318 УПК РФ, по которой начнему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с вами данных в этой колонии общего режима. Приговор суда осужденного понятен? Позор вам всем. Выходим, санитарий. Позор. Соблюдай тишину. Кривосудие. Выходим, давай встретимся. Свободу. Невиновен.